Полиция Германии прокомментировала убийство гражданки Казахстана Айгуль Сайлыбаевой. Напомню, ее тело обнаружил случайный прохожий в минувшее воскресенье вблизи немецкого города Бансхайм. Это в Западной Германии. Оно было упаковано в пластиковый пакет. По предварительным данным, останки принадлежат 40-летней женщине, пропавшей без вести в начале июня. По версии следствия, пострадавшая стала жертвой насильственного преступления. Главный мотив и детали убийства еще предстоит выяснить следствию. Сейчас к делу подключились больше 35 опытных полицейских из Германии. Помимо расследования убийства, следователи продолжают розыск 49-летней женщины из семьи, по всей видимости, свекрови Айгуль, которая также пропала без вести. Поиск их местонахождения продолжается. Степень возможной связи между исчезновением двух женщин и убийством в настоящее время остается неясной и также является предметом расследования. В Германии сейчас находится брат Сайлыбаевой. Именно он сообщил о пропаже его сестры через соцсети и заявил, что бывший муж ее неоднократно избивал. Сайлыбаева жила с мужем и трехлетней дочерью, а также свекровью. До переезда в Европу она работала судьей в Астане. Последний раз ее видели 4 июня. Женщина пропала после того, как отвела дочь в детский сад.